Погода преподнесла мурманчанам очередной сюрприз. На дорогах снова гололед. Все чаще из-за бездействия управляющих компаний, не следящих за состоянием тротуаров, получают травмы люди. Ежедневно только в городскую больницу обращаются десятки пострадавших. Сложные переломы встречаются через один. Дети среди пациентов, к сожалению, также не редкость. На сломанную руку Лера уже не жалуется. О том, как подскользнулась и упала с горки, предпочитает не вспоминать. В родном Гаджиево операцию на ключице делать не стали, как и в соседних городах зато. Помогли мурманские доктора из городской больницы. Несмотря на иногородний статус пациента, экстренно оказали необходимую помощь. Там дырка была на горке. Через эту дырку вниз головы сломала ключицу. Горка сделана как попало, никто за ней не смотрит. Пациентов с такой историей здесь много. Ежедневно амбулаторно в больнице обслуживается до 40 человек, а около 10 поступают с травмами, которые требуют стационарного лечения. Как говорят медики, всему виной недобросовестные управляющие компании, которые не хотят ликвидировать последствия недавней оттепели, ставшей для многих горожан настоящим кошмаром. Пройдет снегопад. Мы просим управляющие компании: уберите снег, наша скорая помощь не может подъехать к подъезду. Начинается гололед, мы опять собираем средства массовой информации. Уважаемые управляющие компании, посыпьте гололед, чтобы наши пациенты не падали, чтобы дети не получали травмы, не ломали себе вплоть до позвоночников. В детской травматологии используют давно отработанную технику лечения без хирургического вмешательства. Просматривают перелом с помощью специального рентгена и в режиме онлайн закрепляют кости металлическими спицами. Заведующий отделением Геннадий Лаврушин рассказывает, такой метод менее болезненный, да и период реабилитации заметно сокращается. Самое главное – это хорошо для детей, быстрое восстановление идет, заживление, срастание переломов, консолидация. Так что очень большое преимущество у нас перед другими больницами, что мы имеем вот такой вот аппарат. Травматологическое отделение городской больницы сейчас переполнено пациентами. Не хватает специалистов. Несмотря на это, врачи никогда не отказывают в помощи и принимают всех. Здесь лечат даже сложные компрессионные переломы позвоночника, которые случаются при сильных падениях.